По распоряжению губернатора Ярославской области на территории региона объявлен месячник пожарной безопасности. Это ежегодное мероприятие, которое проводится в целях подготовки к пожароопасному периоду, предотвращения возникновения пожаров и гибели при них людей, повышения уровня пожарной безопасности объектов и оперативного взаимодействия с органами местного самоуправления. В период с 6 апреля по 6 мая на территории Рыбинского района надзорные органы и отряды противопожарной службы проведут комплекс совместных мероприятий. В рамках данного месячника будут осуществляться проверки противопожарного водоснабжения населенных пунктов города и района. Значит, это тренировки и отработки эвакуации в учебных учреждениях, лечебных учреждениях, а также инструктажи с населением и проведение экскурсий в пожарной части города для дошкольных групп и групп школьников с целью профилактики пожаров от детской шалости с огнем. Также в период месячника пожарной безопасности будут проводиться профилактические мероприятия, направленные на сокращение количества пожаров в частном жилом секторе и в дачных и садоводческих товариществах области. Скоро начинается дачный сезон, и, как правило, с дачным сезоном приходит наша беда – это палы прошлогодней сухой травы, зачастую которые перебрасываются у нас в населенные пункты, а также строения, дома, здания, сооружения. В связи с этим хочется населению напомнить о соблюдении правил пожарной безопасности элементарных. То есть, придя на свои дачные участки по окончанию зимнего сезона, прежде чем начать пользоваться электроприборами, проверить электропроводку, не забывать о правилах соблюдения пожарной безопасности при использовании печей, также проверить дымоходы, исправность их. По итогам прошедших месячников пожарной безопасности наблюдалось снижение количества пожаров в Ярославской области. Поэтому эти ежегодные мероприятия всегда актуальны, тем более в весенний период.